Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Мне очень нравится экспериментировать с вязанием. Если к узору добавить один маленький элемент, получится совершенно другая картина. И никто не скажет, что это один и тот же раппорт. Примером служит наш 109 образец, в который мы добавили перевитие и получили совершенно на него не похожий узор. Для того, чтобы получить такой интересный эффект, добавляем всего один маленький элемент перевития, но не сразу. Вот сейчас у меня тот этап, когда я выставляю передние иглы, одиночные иглы в переднее положение, должна провязывать 5 рядов. Я провязываю половину, 3. То есть третий ряд является разделителем. 1, 2, 3. И на третьем ряду выполняем перевитие игл, которые у меня находятся в блоке из 3. То есть я беру крайние иглы и меняю их местами. Для этого у меня должна быть достаточно рыхлая плотность и свободное вязание. Если будет перетянуто, то я не смогу сделать перевитие. Сразу иглы вперед и в среднее положение, иначе они на машине будет очень тяжело перевязать. Видите, у меня перетягивается уже полотно, поэтому еще раз повторю. Должно быть очень свободное вязание. Итак, в середине блока я меняю местами крайние петли у 3 игл и провязываю еще 2 ряда. 4, 5. И повторяю все то же самое, что у меня было в предыдущем 109 образце. Ставлю иглы в среднее рабочее положение, сглаживающий ряд. Меняю местами блоки. Там, где у меня было 3 иглы, становится 1. Обязательно проверяю, что все иглы в заднем положении находятся в заднем положении. Ставлю в передние одиночные иглы. Провязываю 3 ряда. И делаю перевитие на крайних иглах блока из 3 петель. Сразу иглы вперед, чтобы петли вышли за язычки, и в среднее положение. Подтягивается полотно, поэтому делать нужно осторожно. Не намного дольше, но зато насколько интереснее становится узор. Проверяю, что иглы в переднем положении так в переднем остались. Еще 2 ряда. 4, 5. Сглаживающий ряд. И меняем местами наши блоки. Где было 3, становится 1 игла. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.